Всем привет! И вот иду, я такая тут по городу, наблюдаю, смотрю, что же тут интересного можно встретить. А дома красивые растут, как грибы, будут скоро новые строиться. Вон один человек пиццу разводит, тоже это очень прекрасно, да? Вот что же мы видим еще? А такие красные дома, между прочим, такие дома красные, да, из красного кирпича с белыми окнами. Решил строить Шумахер. Именно он сказал, что нужно строить такие дома. Вот, я сегодня просто не накрашенная, так вышла из дома погулять. Иду, смотрю, куда меня заведет эта дорога. Вот, смотрите, за мной тоже дом. Он раскрашен всякими разными цветами и красками. Да, идем мы дальше. Тут у нас гараж, правда, он закрытый. Вот так. Вот, погода, ну, более-менее радует нас, да, вот, что у нас здесь, лесенка, сейчас я покажу, да, лесенка куда-то ведет, ворота открытые. Интересно, вы знаете, в каком городе я хожу? Город, в принципе, достаточно большой, вот, ходят по нему разные автобусы, троллейбусов у нас нету. На улицах, вот если посмотреть, да, валяется всякая ерунда. Может, кому-то нужны эти трубы. Прошу, приходите, заберите. Ну что, желаю всем прекрасного дня. Кстати, мне было бы интересно узнать, определите ли вы, из какой страны я приехала в этот город.